Андреева Юлия Викторовна. Хочу сейчас рассказать, каким я знаю Джапарова Хайдара. Хайдар – муж моей сестры, мой брат. Я его знаю открытым, общительным, очень внимательным к другим человеком. Когда я бывала в гостях у своей сестры, я видела, какой он ласковый родитель и муж, какой он заботливый сын для своей старенькой мамы. Он всегда открыт к диалогу, и он, хотя он мусульманин, а я не верующая, я никогда не чувствовала, чтобы он хотел навязать мне свои взгляды или высмеять мою позицию, или как-то унизить меня. Хайдар очень ответственный и порядочный работник. Он никого не обманул, не подвел, всегда старался все делать на совесть. Мне жаль, что в Крыму сейчас происходит такое живодерство, что старики остаются без сыновей, многодетные семьи без своих отцов и кормильцев, а детишки, как мои 8 племянников, остаются без родителей. Люди, которые ничего не сделали, никого не убили, не изнасиловали, не ограбили, вынуждены гнить в застенках вместо того, чтобы жить, работать, растить детей, заботиться о своих стариках. Спасибо.